56-летний житель Пензы лишился более полумиллиона рублей, попавшись на уловки афериста. В интернете потерпевший нашел заманчивое объявление о продаже мототехники и запчастей, позвонил по указанному номеру и оплатил покупку. Хотели отправить транспортной компании, но так как объем был большой, решил он сам привезти мне. Вот так и получилось то, что прошло время, и ни денег нет, и ни запчастей, ни мототехники нет. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции был установлен подозреваем в совершении преступления. Им оказался ранее судимый житель Оренбургской области 1991 года рождения. В ходе допроса мужчина дал признательные показания. Сотрудникам полиции мужчина рассказал, что решил заработать таким способом денег. Находясь в другом городе, думал, что полицейские не смогут установить его личность. Злоумышленник пообещал возместить ущерб, но от проблем с законом его это не спасет. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Житель Оренбурга рискует угодить за решетку на срок до 6 лет.